Врач Первоуральской больницы, работавшая в ковидном госпитале, получила награду от Владимира Путина. Пульмонолог Марина Привалова удостоилась ордена Пирогова, выдающегося хирурга и ученого. Наградой отмечены усилия 6 врачей региона. Указ об этом был опубликован накануне. Как сказано в документе, орден Пирогова присвоен за самоотверженность и высокий профессионализм, проявленный в борьбе с коронавирусной инфекцией. Марина Привалова работает в отделении пульмонологии Первоуральской больницы. Здесь выявляют и лечат болезни органов дыхания. В разгар пандемии коронавируса, когда отделение перепрофилировали в инфекционный госпиталь, Марина Геннадьевна занималась лечением пациентов с COVID-19. Я еще со школьной скамьи хотела быть врачом. Мечта исполнилась, выучилась, пришла работать. Пришла работать в эту больницу и почти 30 лет уже здесь работаю. Рецепта успешной работы, наверное, никого нет. Надо просто любить свою работу.